Он жрал, наверное. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Машину только на эту поставь. Устроили вечеринку после контрольной закупки интим-услуг. Сотрудники собственной безопасности главного управления МВД по Москве накрыли группу полицейских, которые превысили свои полномочия. Буйное поведение правоохранителей попало в объектив скрытой видеокамеры. Не собирался я обсуждать данную тему. В середине прошлой недели после проигрыша команде «Слово» капитан Питер Сладка, известный хоккеист Илья Ковальчук, беседуя с журналистами, одного из них обматерил с ног до головы. Илье не понравился вопрос. Он его даже не понравился. И сорвался. Меня, конечно, неприятно удивила выходка Ковальчука. Так поступать не боже. И он взрослый человек, капитан. Какой-нибудь педальный конь в груди примерил ладонь и напоследок вы на... Что, Коля, красиво, да, было? Офигенно, офигенно вообще. Ай, блядь. Слава богу, живо. Охереть! Просто...
просто охереть. Бля, ну двери закрыл бы. Понимаете, завелся нахуй. Ты довольный, блядь. Ёбаный в рот.